соседи хоть и установили окна пластиковые, но звукоизоляцию в своей квартире, где собака периодически воет круглосуточно 24/7, они не хотят устанавливать. Если бы у меня были адекватные подписчики в плане того, что когда дают советы, то и дают средства для этого устранения. Очень надеюсь, что этой собаки не слышно. Но я бы штрафовала людей, которые не выгуливают свою собаку, если ее заводят. Это не шепот, это тихий голос. Насчет адекватных подписчиков, их тех, которые дают советы и при этом поддерживают канал, их мало. Есть те, которые дают советы, навязчиво дают советы. А есть те, которые просто зрители адекватные. Которые смотрят рекламу видео. Я не знаю, нафига у меня вот эта картонка, это тоже в смысле плотная бумажка. Вот так сделано. Раз я не могу этого вспомнить, значит, оно мне сейчас и не надо. Если ты адекватный зритель, надеюсь, ты поддержишь это видео пальчиком кверху. В том случае, если оно тебе понравится. Кстати, картину нам дополняет кольцевая лампа РГБшная. Я просто подумала, что можно порезать бумажку. Она будет чуть меньше места занимать. Свести ее в сад на сожжение. И все это можно делать на камеру. А кто-нибудь, кто любит такие звуки, любит мурашки. И потом приятный сон. В каком-то плане это мой АСМР. Потому что я сначала думала сделать пупырки и бумажки, но решила сделать два разных ролика, и этот будет чисто с бумажками. Просто помню, что как-то кто-то просил, либо говорил, что нравится, как звук, которыми рыба происходит от ножниц, когда они режут бумажку. На улице около 30+, дома я не знаю сколько, но ради тебя, зритель, я закрыла балкон, а у меня теперь балконный блок пластиковый, и закрыла дверь, потому что кошка решила, что я с ней играю, пришлось ее выставить в ребенка. Так вот, закрыла балконную дверь, и лишние звуки, в том числе визги чужих деточек, нам не слышны.
Вообще где-то 7 часов меня ждет горка лука в саду, которую мне надо будет обрезать, соответственно, ножницами. А я тут напрягаю пальчик. Я сейчас подумала, может, не стоит взять туда ножницы. Потому что в саду, мне кажется, они какие-то дофига тупые. Я сначала сказала насчет неадекватных подписчиков, которые дают свои советы непрошенные. И подумала, ой, блин, придется в монтаже досматривать до этого момента и вырезать этот момент. А сейчас подумала, а почему бы и нет. За 7 лет ведения канала людей, которые поддерживают мою деятельность, было довольно мало. Но я им очень благодарна. К примеру, штатив, на котором стоит камера, на которой я сейчас снимаю, был куплен на донат одной зрительницы еще в 2016 году. Тут скрепочка, точнее от степлера, и никак прорезать. Можете говорить, что я это делаю. Ну, что если я занялась этим ради денег, то как бы это, не иди работай, допустим, дворником. Хотя я думаю, что эти люди не считают работу дворника работой, работу домохозяйки работой или работу в саду работой. Но если на то пошло, я занялась этим, потому что мне нравится. Изначально мне нравилось писать посты о своей жизни, выкладывать фотографии, писать отзывы на что-то, что, чем я пользуюсь на данный момент, и иногда снимать видео. А потом я стала вести канал, вести блог, не только текстовый, но и как видеоблог. Но одно дело, когда ты делаешь что-то для себя или что-то, что нравится тебе, и ты хочешь этим поделиться с другими. А другое, когда ты делаешь что-то для людей, как сейчас. Конечно, сейчас мне стало нравиться снимать АСМР. Какие-то идеи подходят, и я просто в какой-то момент поняла, что АСМР, хоть я его и не понимаю, не ловлю мурашек, это музыка. Просто постучать или еще какие-то звуки, это музыка. Любые звуки, это музыка. А раз АСМР это музыка, то почему бы его не записывать периодически? Ну и еще можно совместить приятное с полезным. Допустим, есть люди, которым нравятся звуки шуршащих пакетиков. Можно разобраться в пакетиках, разложить их ровненько, они будут занимать меньше места, записать при этом этот процесс на камеру. И люди, которым нравятся такие звуки, словят мурашки, как бы. Приятно с полезным, и мне нормально. И человек удовольствие получил. Но я просто считаю, что любой труд должен как-то, если не оплачиваться, то какой-то откат должен быть, в смысле отдача какая-то. Я заметила, уже упала. Где-то, может, полгода, может, чуть даже больше. Видео, которые раньше набирали просмотры, и люди их ждали, стали набирать просмотров намного меньше. Иногда до 300 не дотягивает. Это обзор уходовой косметики и парфюма. И меня это немного напрягает, потому что, в принципе, это женский канал. Может, я не марафечу лицо тонной хайлайдеров, пудры, теней и так далее, но я ухаживаю за собой, и в принципе есть средства, которыми мне нравится, и существование которых мне хотелось бы поделиться с другими людьми, сказать, что вот эти существуют, и они довольно хорошие, не обязательно бюджетные, или же не обязательно супер дорогие, либо же то, что можно сделать самим. И немножко грустно, что такие ролики перестают быть актуальными.
что их просматривают, соответственно, намного меньше, чем раньше. Хотя подписка на канал у меня растет, и я думаю, по большей части сейчас в основе из-за того, что я стала снимать шорт, хотя раньше все ходила по рамам. Раньше говорили, что если я говорю ASMR и при этом шуршу, то не слышно шуршание, либо же не слышно меня. В каком-то плане это вообще это спонтанно все пошло. Может быть, чисто потому, что вчера один пользователь YouTube усиленно советовал заняться тем, чем он сам никогда не занимался и даже не представляет, насколько это трудоемкий процесс. И на мои комментарии в ответ, в смысле, на мои ответы на его комментарии, не мог словить, ну, как бы это, поставить точку. Это относительно пчеловодства. Относительно вообще любого дела, когда люди мне советовали, года два назад я в Инстаграм выкладывала фотографии сушеных лепестков пиона и роз. И один подписчик мне сказал, что если я красиво это оформлю, помимо того, что, в принципе, я делаю на заказ, ну, по крайней мере, раньше делала в небольших количествах на заказ всевозможные сборы трав, травяные сборы, ну, как бы, как, чтобы заварить чай можно было, и лечебные, скажем так, травяные сборы. Так же, как косметику ручной работы. Ну и если я достаточно красиво оформлю, это будет мило выглядеть, то на меня вот, допустим, будут покупать эти сборы. Конечно же, это был пустой трёп изначально, и так было понятно. Но эта идея мне понравилась. В итоге у меня именно те сборы все еще живы. Так вот, я говорю о тех людях, которые дают советы, даже не собираясь, ну, как бы, вот если ты сделаешь что-то, я тебе, типа, помогу, я у тебя что-то буду покупать, которые дают советы бездумно и не отвечают за свои слова. Меня немножко стали напрягать такие люди, в принципе, они меня и раньше напрягали, но это как, допустим, вопрос о личном, если вас о чем-то спрашивают, как сказал мой друг, надо отвечать будничным, скучным тоном. Буднично и скучно. А как реагировать на тех, кто дает такие советы, при этом даже не пытаясь не то, чтобы просто поддержать канал. А, допустим, когда была в России возможность оформить на моем канале спонсорскую подписку, даже за минимальный прайс, этих людей было по пальцам можно руки пересчитать, скажем так, таких людей. Но зато было очень много людей, которые начали меня хейтить после того, как YouTube сделал для меня эту функцию доступной, подключение спонсорских подписок. И как бы было очень много людей, которые начали меня хейтить еще и за это. Хотя я думаю, такие люди, когда приходят на работу, они ждут, что эта работа у них будет оплачиваемая. Пусть они работают на бюджет, на государственной какой-то службе состоят, в том числе учителя, библиотекари, врачи, либо же они работают на кого-то, какого-то частника, индивидуального предпринимателя или какую-то негосударственную фирму. Точно так же, как когда есть один подписчик, который мне помогает введение канала в технической части, это как, допустим, модерит чаты на стримах и перетаскивает мои видео в группу ВКонтакте. Сейчас собака очень громко гавкнула, и она продолжает громко гавкать. Почему-то нет закона, запрещающего. Вот такие вот звуки, обязующего людей, заводящих собак, которые лают, либо каких-то животных, которые создают довольно большой шум. От кошки такого шума нет. Обязующие этих людей делать звукоизоляцию в своих квартирах.
Я очень надеюсь, что этот вопль не слышно. Лично меня он очень раздражает, особенно когда 3 ночи, и собака в квартире, где есть 2 маленьких ребенка и 2 взрослых, начинает внезапно выть. Собака обычно воет, когда дома никого нет. Возникает вопрос, куда эти взрослые девают детей от полугода и 3 лет в 3 часа ночи. Где-то в 4, допустим, собака затыкается. Иногда слышны детские вопли. Так вот, есть подписчики, которые поддерживают мой канал, в том числе финансово. И сейчас он поддерживает меня на Boosty, где, кстати, вы можете подписаться на АСМР с более ранним доступом. 200 рублей в месяц подписка стоит. И он же репостит ВКонтакт, мою группу, посвященную каналу и переводу манги, видео, которое выходит на канале. И когда кто-то стебется на эту тему, что просто если человек поддерживает блогера, то это, конечно же, какая-то там, ну, типа чувство. Почему-то не воспринимается это то, как человек, подписчик, допустим, зритель, может поддерживать блогера, потому что он понимает, что это, в принципе, труд. Довольно трудоемкий. Любой труд, в принципе, сложный изначально. Другой факт, что если тебе нравится этим заниматься, изначально ты это делаешь по фану, но если это как-то оплачивается, либо же идет какая-то отдача финансовая, либо другая, это просто мотивирует заниматься этим дальше. И говорить, что если зритель поддерживает блогера, то это исключительно по любви, это все равно, что думать, что тебе, так считающему, твой начальник платит деньги за работу не потому, что ты работаешь и у вас договор, допустим, да, об оплате труда, а потому, что он тебе неровно дышит. По-моему, это дикая глупость. Вот так, за разговором я практически всю бумажку изрезала. Если тебе, зритель, понравился формат такого видео, такого варианта АСМР, когда я что-то делаю и при этом говорю тихим голосом, можно сказать, практически монотонным, без особых эмоций, то дай мне знать в комментарии, либо каким-то иным путем я запишу что-нибудь еще. Те, кто будет говорить, что движения были резкие, либо еще какие-то там, ну, не резкие, не плавные, вам не понравилось, вы не уснули, на YouTube очень много других АСМРщиков. Кстати, если вы хотите сказать спасибо и не знаете, как это сделать, вы находитесь вне России, допустим, или просто у вас религия запрещает, что там мне там конкретно так вот, ну, задонатить или еще, я хочу микрофон с ушками. Сейчас, наверное, произнесу его неправильно. Бионарный, или как-то там он называется. Тот, который стоит от $300 США. Самая минимальная цена, по крайней мере, так было в начале этого года. Ну, даже где-то, наверное, уже весной так было. От $300 США он стоит. Тот самый, в одно ушко говоришь, в это ушко слышно, в другое ушко говоришь, так далее. Какая-то прямоугольная такая фигня. И по бокам человеческие ушки. И тебе при этом нравится мои АСМР, ты можешь мне подарить такой микрофон, либо задонатить на него.
Если тебе нравится, как я делаю СМР, мои СМР, но при этом ты считаешь, что я сама должна во все вкладываться и должна тебе по клуб жизни. То ты можешь просто выплеснуть свое нутро под этим видео. Где-то год назад я пришла к мысли, что любые комментарии под видео нужны, и разбанила всех людей. Правда, иногда на стримах модер-чатика особо агрессивных отправляют во временный бан. После стрима я этих пользователей достаю. Я вдруг поняла, что когда управляешь телефоном, камерой с телефона, и приходят уведомления всякие, то на запись это никак не влияет. Когда я в деревне писала какой-то монбанк, и у меня постоянно падали какие-то уведомления от Аниди, я боялась, что срывается программа, потому что были какие-то, да, как-то был баг такой, что действительно срывалась. Вот сейчас мне выпало уже какой-то смс. Довольно спамная. Мне написали бро-брокер, от которых я сама выперелась. Когда я пыталась найти работу, в том плане, какая блогера может быть работа? Пишешь фирмы, которые оставляют на своих сайтах объявления, если ты подходишь под то, что они написали. Допустим, требуется блогер, или мы всегда рады сотрудничать с блогерами, определенный охват аудитории, определенное количество подписки и определенная тематика. Ну, меня, конечно же, все динамили. Кто-то отвечал довольно грубо, кто-то отвечал с каким-то диким юмором, о чем я говорила в каком-то мунбанке, кажется. Не все любители СМР смотрят мунбанки, так же, как не все любители мунбанка смотрят СМР. Поэтому, если тебе уж очень сильно будет любопытно, и ты при этом еще не уснул, и тебе при этом нравится слушать, что я говорю, или ты из принципа решил досмотреть до конца и посмотреть, понять, что такое телевизор в этом СМР, то ты можешь глянуть тот мунбанк. Это было записано где-то мой, наверное, прошлый приезд в деревню, где-то в июле. Кошка рвется сюда. С кошкой ничего поделать не могу, но если я ее пущу, то есть шанс, что она наклонит мою камеру. Ибо кошка не понимает, что если я что-то такое пишу, то не всегда надо сидеть. Она тут от жары тоже мучилась и вела себя довольно сонно. И только вот со вчерашнего дня внезапно прониклась, что можно снова сидеть, прыгать, бегать и ронять что-то. Или запрыгивать на хозяина в 3 часа ночи, когда хозяин вроде как только-только вырубился. Всем своим весом. Так вот, я еще хочу купить камеру, но она стоит 5000. В принципе, ты, конечно, можешь мне задонатить, это будет большая помощь, потому что я, если ты до сих пор не в курсе, инвалид второй группы, у меня эпилепсия, приобретенная после ДТП в 99 году, когда мне было 15 лет, и я попала в автокатастрофу, в которой погибли мой двоюродный дед, который был за рулем машины, и моя мама. У меня было множество травм, но, как ты понимаешь, я как бы функционирую вполне нормально. Единственное, что бывают эти вот эпилептические приступы, которые, в принципе, я могу предвидеть. Это называется аура. Эпилепсия – это не только конвульсии, пена у рта, которая чаще встречается у алкоголиков, как приобретенная. Просто однажды я ехала с сессии, было очень жарко, и рядом со мной сидел мужик с
алкогольной, видимо, зависимостью, неадекватный, пьяный, потом с ним вот случился этот приступ в автобусе, и я увидела вживую, как это выглядит. Он очень, ну, если не знать, что он пьяный был, вообще это очень страшно выглядит. У меня совершенно легкие приступы, но тоже не особо приятные. Так вот, у меня инвалидность. Я живу на свою социальную пенсию, 17 на данный момент, благодаря нашему президенту за последние 2 месяца это составляет 17 тысяч рублей вместе с ежемесячной выплатой, которая как бы монетизация льгот. И не могу себе позволить, не всегда могу позволить себе какие-то вещи. Сразу так, чтобы взять и купить. Но я не покупаю в кредит, я покупаю всегда только сразу. Так что, если ты вдруг считаешь, что мой канал, мой труд достоин небольшой финансовой поддержки, то есть ссылка в инфобоксе на донат. Если ты же ты хочешь подписаться на регулярный СМР, платная подписка, то есть ссылка, опять же, в инфобоксе на спонсорскую подписку, и если ты из России, то она тебе обойдется слегка дешевле, потому что можно подписаться на Boosty. Ссылку, правда, на Boosty я не даю, но при случае ее можно найти тут же, не Кавифарева. Просто как бы я не ожидала, не думала, что там кто-то меня будет поддерживать, и убрала в свое время эту ссылку, регистрировалась я там в марте этого года, после того, как монетизация для России на YouTube была отменена для зрителей из России. Так вот, я хочу купить камеру, которую можно повесить на шею. CGCam C100+. Ибо был запрос на обзоры, как на процесс того, как я хожу по магазинам, покупаю себе продукты. Плюс, как бы с ней можно ездить на велосипеде. У нее стереомикрофон, и запись будет намного лучше, чем на мономикрофон моей G-Mini Magic Wise первой экшен камеры, у которой даже не было стабилизации, потому что на тот момент я как-то даже не в курсах была за стабилизацию особо, это был еще 2018 год. Ну, я думаю, что с этой камерой можно не только делать записи с велосипеда и по магазинам поход, но и если какие-то пешие прогулки или что-то еще. Возможно, это не совсем связанный поток сознания был, я где-то теряла мысль бытия. Но ты можешь об этом сказать мне в комментариях. Допустим, Лёля, я не уснула, не уснул, не уснула. Я слушала твой бред, ты наглая и т.д. И все, что ты делаешь, это делаешь только по собственному желанию. И мы тебе ничего не должны. Я таких комментариев за ведение канала уже приличное количество. Довольно много читала. Подобные комментарии, в принципе, я встречала не только на своем канале, но и на канале других блогеров. Если же тебе просто нравится то, что я делаю, понравился этот ролик, то можешь сказать спасибо в комментариях. Спасибо к видео меня также мотивирует не меньше, чем редкие донаты. Вот, наверное, все. Минут на 20 где-то вышло видео. Так что, в принципе, наверное, можно сейчас записать другой СМР. Я надеюсь, ты словил свою мурашку, получил какое-нибудь там удовольствие, либо осилил это до конца. В любом случае, спасибо за просмотр. Пока.